Ну пока, без там гвоздь, говорят. Ну нет, там не страшно, если они выше не идут. И держите минуту. Дайте я зафоткаю. Так все нагрузка на передние кости там что-то. Вообще нагрузки нет. Где тут нагрузка? Вся нагрузка на втором человеке себе. Вариант усложнения. Да, это же легко. Сюда. Да. Сюда. Вот это уже сложнее будет. Сюда. Тут сложнее. В принципе, пожалуйста, если бы у нас был такой куб высокий, для партнеров очень хорошо запрыгивать на этот куб. Да. Может быть, видели, есть такое упражнение в кроссфите. Шикарное упражнение, просто. Просто он кладется, он поменьше, ставится он побольше. Вот для девчонок на такой надо запрыгивать. На стульчик, да, можно. Короче, вы должны перепрыгнуть стул. Ну, запрыгнуть. Ну, для начала можно с этой стороны. Для начала можно сиденье запрыгивать. Девочки прыгать не умеют. Молодец. Не умеют. Вижу, не умеют. Поэтому... Да, никто не умеет. Не-не-не-не. Даже я не понимаю.